1000 дополнительных мест в дошкольных учреждениях будет создано сразу в нескольких российских регионах благодаря перераспределению бюджетных средств. Об этом сегодня на заседании правительства заявил Дмитрий Медведев. На эти цели будет выделено почти 50 миллиардов рублей. Деньги предназначались 82 регионам на софинансирование их собственных программ. Но некоторые регионы, у нас, к счастью, есть и такие, готовы справиться самостоятельно, без участия федерального центра. Таким образом, высвободившиеся средства – это свыше 3,3 миллиарда рублей на 2018-2019 годы. Мы направим их тем регионам, которые готовы создать больше дополнительных мест. Мне кажется, это вполне справедливо, и в результате этого более эффективного перераспределения в 20 регионах появится еще 5,5 тысяч дополнительных мест.